Тхиренда Брахмачари Гарбхасана пост зародыша. Эффект асаны. Считается, что гарбхасана увеличит приток кислорода к тканям организма и способствует эффективному выводу углекислого газа. В результате тело йогина становится красивым, а лицо сияющим. Эта асана, сочетающая в себе все преимущества падмасаны и бадха-падмасаны, особенно полезна для женщин. Она оказывает такое воздействие на матку, которое несравнимо с воздействием ни от одной из известных поз. Доказана терапевтическая эффективность практики этой асаны при многих заболеваниях матки. Молодым девушкам в возрасте 14 лет и выше рекомендуется начинать практику этой асаны, так она предохранит от нарушения функции проблем с маткой при дальнейшем развитии. Если женщина будет практиковать эту асану перед беременностью, то она родит совершенно безболезненно. Практика этой асаны после родов помогает восстановлению силы и красоты за достаточно короткий срок, в 3 месяца. И независимо от того, желает женщина медитировать или нет, она должна исполнять эту асану, так и здоровье женщины в большой степени зависит от здорового состояния матки. Нарушение менструального цикла, изменение цвета менструальных выделений, слабость и нездоровье во время менструации – все это симптомы нездоровой матки, которые, в свою очередь, приводят к другим расстройствам, таким, например, как бесплодие или рождение искалеченных и слабых детей. Эта асана полезна не только женщинам, но и мужчинам. Некоторые отказываются от ее практики из-за трудностей в исполнении, но это серьезная ошибка. Практика одной лишь этой асаны приносит гораздо больше результат, чем сотня других асан. Так она упражняет практически каждую часть тела, улучшает кровоснабжение всех тканей и органов. Живот, легкие, грудная клетка, бедра, колени, голень, ягодицы, спина и другие части тела приобретают силу и подвижность. Практика этой асаны отодвигает начало старения, а постоянное выполнение ее делает человека вновь молодым. Каждый начинающий йог обязательно должен практиковать ее и на себе познать все ее невыразимые преимущества.